Добрый день, дорогие друзья и зрители моего канала. Период второй половины зимы и начала весны в Святой Земле обычно сопровождается обильными осадками. А в этом году количество осадков превысило обычные для этого времени годовые нормы, что вызвало особое цветение по всей Святой Земле. Пустыня в буквальном смысле ожила и покрылась красными полянами анемонов, маков и тюльпанов, а живописные горы покрылись травяными и цветочными покровами. Пересохшие русла рек заполнились дождевыми потоками воды. Озеро Галилейское пополнилось дождевыми водами, гора Ермон в Верхней Галилее покрылась снежным покровом, а обильные дожди даже прошли в обычно засушливых районах Древнего Иерихона и Мертвого моря. В районе Мертвого моря удалось залицезреть и снять красивый водопад дождевой воды, стекающий с горы Иудейской пустыни в результате ливневых дождей. Вся эта красота природы Святой Земли продолжает каждый год радовать своей неисчерпаемой красотой и манит сюда огромное количество паломников и путешественников с разных уголков света. Рассмотрим в нашем фильме несколько видео и фото, которые удалось снять в период с января по середину марта 2019 года. Желаем всем приятного просмотра. Thank you.